Всем привет, друзья! И сегодня я бы хотел с вами поиграть в игру, которую, знаете, называют одной из клонов Factorio, Mindustry и так дальше и тому подобное, но и также говорят, что в ней есть свой некий шарм. Я практически ни хрена про нее не знаю, знаю лишь то, что тут освоиться довольно-таки легко и как бы довольно-таки простое тут все вообще. Тут никакого аналитического ума вроде бы по отзывам не надо и тому подобное. Ё-моё, нормально. Хорошо, так, я более-менее видел какие-то видосики, то есть можно ускоряться, да, то есть выбрать область. Могу, пипетка, это, ага, я понял, все. Так, поместите экстрактор на фигуру в форме круга, чтобы добыть ее. Да, тут есть проблема, тут не так, как Mindustry. Mindustry отличнейшая игра, я в нее вот играю. Тут нельзя сделать так, чтобы, например, вот смотрите, вы поставите две штуки. И видите, вторая не будет выдавать на нее. Это проблема, конечно. Давайте в таком случае я просто бахну так и вот так. Нормально. Звуки, конечно, вообще. Это не айдл игра. Постройте больше экстракторов для конвейера, чтобы достичь цели быстрее. Подсказка: удерживайте shift, чтобы разместить несколько экстракторов, а R, чтобы их вращать. Ну, понятно. Короче, смотрите, нам нужно 30 таких штук. Вообще максимально экстрактор плохой. Давайте, тут, в принципе, в Stream World, как мы с вами привыкли, то давайте мы так просто бахнем. Ой-ой-ой, а оно прям так, то есть... Надо быть тут осторожней с мышкой, да? А есть ходки вообще какие-то? Алло. Есть. Отлично. То есть, в принципе, я могу Очень тяжело! Уровень первый сделан. Разблокирован резак, который разрезает фигуры пополам по вертикали, независимо от ориентации. Не забудьте избавляться от излишков, иначе он забьется и остановится. Для этого я также открыл для вас мусорку, которая уничтожает все, что в нее попадает. Ага, то есть, да, я это более-менее понимаю, шарю, видел, понимаю. То есть, по сути, это имеется в виду что? Имеется в виду, давайте... Давайте оставим. Я знаю точно, что оно набирается где-то. Я не знаю где, но есть где-то менюшка, куда оно набирается. То есть оно все время где-то скапливается. Ладно, пусть скапливается, оно нам поможет. Нужен резак и нужна мусорка. Нам нужны левые части. Хорошо, значит, давайте мы тогда с вами сделаем так. Мы с вами поставим две штуки. Поставим с вами резачок. Вот так. Резачок. Вот так. И если я правильно понимаю, нам надо сделать вот так. Мусорки поставить. Вот здесь, и вот это вот вывести вот сюда, и оно должно вообще быть прекрасно. Используйте клавиши, хорошая работа, теперь разместите еще два резака. То есть, типа, разместить их три. Да, мы можем их и больше разместить, вообще, без проблем. Давайте тогда разместим вот еще три вообще резака. Давайте возьмем, нам нужна левая часть, то есть, господи, как же мне трудно. Почему в каждой игре все настолько разное в плане управления? Мне настолько тяжело, вы себе даже не представляете. Раз, поставим здесь мусорку, и получается, правильно? Левая часть. Хотя, в принципе, мне это уже нафиг не надо, я уже там все открыл. Господи, почему так тяжело? Этот уровень не дал вам награды, но следующий даст. Подсказка: лучше не разрушайте вашу существующую фабрику. Вам понадобятся все эти фигуры позже, чтобы разблокировать улучшение. Улучшение открыто, вот оно. Показать улучшение. То есть, видите, я делаю, вот, пожалуйста, я собирал эти все штуки. И я теперь могу увеличить скорость их. Так, теперь мне нужны будут еще нижние части. Я понял, хорошо. Ну а нормально, слушайте, скорость увеличилась. Прям ее заметно. Все, есть, то есть оно себе зайдет. Теперь нам нужны квадратики. В принципе, нам это уже знакомо. Давайте через вот этот сделаем. Сколько мы можем сюда впихнуть? Только два, да? Давайте сделаем тогда по-другому. Тогда давайте мы сделаем с вами так. Мы вот этот впихнем вот сюда. Вот этот впихнем вот сюда. А вот здесь мы с вами разместим. Господи, боже. Вот это мы с вами разместим сюда. Конечно, вот да, проблема в том, вот мне интересно, вот есть худ мой, да? Есть ли что-то, как я могу соединять конвейеры? Кажется, я что-то видел, вроде бы непонятно, но в принципе должно быть, потому что если мы играем в игру, где есть конвейеры, по-любому должна быть штука, которая их объединяет. Хорошо, уровень третий. Многофункциональный балансер разблокирован. Он используется для разделения и объединения потока предметов. Отлично, вот о чем я, собственно, с вами и разговаривал. Благодаря балансеру мы можем с вами вместо вот этой вот всей шняги, мы ее можем сделать по-другому. Сделать вообще вещь могущественную. Мы можем с вами сделать вот так. И балансер будет нам с четырех делать в одну.
Ага, мне нужна правая часть вот этих вот штук. А есть она где-то еще в другом месте? Нету ее. Угу, она очень далеко. Давайте сделаем двойную два раза. То есть раз, два, и теперь с помощью вот этого парня. Ага, мы так не сделаем, да? Угу. Ладно, ладно, тогда просто сделаем чуть потяжелее. Выведем, нет, вот так. Выведем с помощью вот этого вот сюда. Вот здесь мы поставим вот так. Выведем с помощью него, нет. Вот так вот, вот сюда. Вот сюда мы поставим с вами. И здесь балансером тоже бахнем. И теперь с помощью балансера мы можем, в принципе, два... Нет, мы можем, кстати, балансер распределить на 4 штуки. И тут нам нужна правая часть, правая часть, правая часть. То есть, раз, два, три, четыре. И тут получается, если правая часть, то левую мы с вами ставим вот так. Эту сюда, 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 сюда. Балансера нам надо, получается, раз, два, три. Ребятки, ребятки, мозг работает, уже болит. Раз, раз. И получается... Вот так. Нет, 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 нет. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. И я могу себя поцеловать, да. Ага, у катера только один вход. У него только один вход, но выхода-то два. Я понял. То есть вход у него в любом случае здесь. Нет. Вот так мне нужен вход. Вот здесь мне нужен вход вот так. То есть вот это мы меняем. И правые части должны получаться. Да, да, вот так, ребятки. Раз. Тут вот так. Правая часть получается. Получается. Мы делаем вот так. Я тут бы сделал сразу вот так красиво. И распределителями бахаем это все в один конвейер, который нам красивенько это все несет. Куда? Он нам это все понесет сюда. Только нет. Нет, 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 подожди. Вот сюда. Да. Звуки, конечно, мне максимально не нравятся. Настолько они как-то не гармоничны. Вообще ужас. Но есть, есть. Слушайте, в принципе, кстати, мне кажется, вот это вот 4 штук мне более чем хватает. Да, потому что из этого получается полный конвейер. Если я еще один добавлю, ну и как бы еще один, я просто смысла не вижу. А одна полная забитый конвейер, это, я думаю, хорошо. Так что пока мы это удалим, что это за звездочка? Ага, добычу я могу увеличить. То давайте увеличим, почему бы и нет. Разблокирован вращатель. Он поворачивает фигуры по часовой стрелке на 90 градусов. Нам теперь нужна, ребятки, верхняя часть. То есть, по сути, если я сделаю вот так... То все? Я решил проблему? Ну давай. Так, и все, ясно. Это подземные конвейеры, туннельные. То есть, короче, как можно проходить? Потому что я как раз интересовался, если бы мне надо было вот здесь пройти, вот, допустим, к этим выходам. Итак, мне нужны теперь запчасти от вот этой части, правые части. Я вас понял, кажется. Хорошо. То есть, это надо сделать сейчас как-то постараться по-умному. Есть маленькая идея. Если мы с вами говорили о том, что один экстрактор вырабатывает столько, что он хватает для двух резаков, то если я поставлю 4 экстрактора, то я могу поставить 8 резаков, правильно? И нам, получается, нужна будет запчасть от верхней стороны вот этой вот левой частички. Хорошо, то есть бах и бах. И теперь раз, два. Есть. И вот нам вот тут вот тоже понадобится резак. Нам нужна будет верхняя часть, правильно? Или неправильно? Что ты мне выдашь? Ой. Есть. И теперь от этого должен пойти резак. Правильно? Нет. Не в ту сторону резак должен идти. Да, правильно, только вот эта часть должна идти, правильно? Да, вот эти частички мне нужны. То есть вот так должна выглядеть эта схема. Ужас. Это ужас какой-то. Какой страшнейший ужас, я вам так скажу. Это максимально ужасно. Максимально ужасно, максимально страшно. Ладно, я не хочу больше делать. Не лень. Это очень почему-то долго. Это так долго, я вам скажу. Ладно, давайте мы сделаем следующую с вами вещичку. Я хочу все-таки... Сделаем... Пусть два экстрактора заделывает две...
два распределителя, два экстрактора на один распределитель. Господи, слишком много названий, я уже не могу все запомнить. Все, есть. Теперь сюда, ты идешь, соединяешься с этим. Вообще, кстати, можно это сделать побыстрее. Ты идешь сюда, ты соединяешься себе вот с этим, ты идешь сюда. Вы соединяете себе вот с этим, а ты соединяешься вот с этим. Как я хотел пройти? Я хотел пройти вот сюда, вот так вот, вот сюда. Это мне уже не надо. Все. Уровень 6. Разблокирован покрасчик. Добудьте краситель из жилы, так же, как и фигуры. Объедините его с фигурой в покрасчике, чтобы покрасить ее. Раскрасить, точнее. Подсказка. Если вы дальтоник, то в настройках есть режим дальтоника. Ясненько. Нужны красные... Красные нужны. Ну, я понял. То есть вы делаете так, чтобы пока что мне было легенько довольно-таки. Покрасчики. Значит, должно входить... Откуда? Должно входить сзади и сбоку. Твою мать. Отсюда поведем. Вот так тут соединим. Вот сюда. И в приготовленное уже местечко. Вообще прекрасное. Супер. Два раза, три раза я доволен собой. Так. Красится. Да? Да, красится. Отлично. Только надо их 300, а красится не то, что медленно, а обосраться как медленно. И теперь так. Первый разделитель, который будет давать сюда. Потом нам нужен будет второй разделитель. И один из них дает сюда. Дальше еще один разделитель. Один из них дает сюда. Дальше еще один разделитель. Один из них дает сюда. И еще один разделитель. Один из них дает... Нет, уже этот не надо было, кстати. Вот так. Теперь тут нам надо провернуть следующее. Возьмем с вами вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И просто каждую бахнем в этот. Не будем сильно с вами страдать, правильно? Господи, господи, почему? Почему так настолько все тяжело? А я думаю, почему так ужасно я играю в стрелялки? А тут как бы все понятно, слушайте. Тут все максимально понятно. Ага, подождите, их 5. Их не 4, их 5. Окей, то нам нужно еще одна. Просто пододвинуть все. Все, повсюду все есть, правильно? Повсюду все добывается, все красота. Теперь осталось, ребятки, вот это все отсюда вытянуть. Вот это будет задачка. И сюда. Ну, разве не прекрасно? Я считаю, просто идеально. Капец какой-то. Я начинаю сходить с ума. Но, слушайте, затягивай в том плане, что все-таки как-никак, но завод какой-то построить надо. Хочу, давайте. Пусть будет третий уровень добычи. Это получается вот этих я добычу делаю? Да, ясно. То есть получается я, наверное, с одного могу кормить два. Вообще без проблем. Ладно, пусть так будет пока что. Это потом, знаете, это будет классно, когда, если мне надо будет больше места, я просто забираю вот это вот все. Смотрите, вот. Вот вам простой пример. Зачем это? В чем тут прикол именно? Вот так. И все. И нам уже все равно. И они спокойно кормят двоих. Да, они спокойно кормят. Видите, вот здесь оно как стоит, так и стоит. Оно даже не уменьшается, не уходит дальше. Значит, производство достаточное. Чтобы построить его, выберите вращатель, нажмите Т, чтобы переключить вариант. Ну, понятно. Теперь нам нужны будут правые части синей вот этой штуки. Синий квадратик. Только синий очень далеко. И синий, кстати, возле квадратика, если он есть тут вот сверху. Мы можем это просто объединить очень красиво. Нам нужна правая часть и 480. То есть нам надо будет понадобиться еще больше. Правильно будет, неправильно? Сейчас все узнаем. Значит, угу, то есть опять надо идти в бок вправый лучше всего. Давайте сделаем так. Ага, и мы можем через верх это красиво пустить. Да, давайте так. Значит, раз, два, три, четыре, пять. 5 штук более чем нам хватит. 5. Есть? Что-то да есть. Это выйдет, это, кажется, все сумеет выехать. Чтобы оно еще действительно, ребятки, мы смогли еще отсюда как-то выехать красиво. Сделаем вот так. Поставим это вот сюда. Вот так, все, он выезжает. Теперь отличнейшим образом, опять же, разделитель. Потом разделитель, соединяющий вот это вот с этим. И нужен будет, кстати, еще один разделитель. Соединяющий этих ребят. Давайте вот так сделаем. Этот разделитель передвинем. Этих ребят он соединил. Добавил вот этого парнишу.
этого добавил. И последнейший разделитель, соединяющий все абсолютно вместе. И нам это теперь надо как-то пронести сюда, да? Ну, то есть просто берем и едем вниз. Ой. И что, ты построишься? Классно! Вот это классно! Вот этого, вот это не хватает в некоторых играх. Когда со скоростью летишь... Не, ну там просто по-другому. Да, там другая механика. Я захотел нагнать, ничего не получилось. Так что, ребята, как было, так все и есть. Все хорошо. Нет, нам надо все-таки тут удалить, ребята. Поставить тут тоннель. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Немножко некрасиво, но выбора пока что нет. Красиво все поставили. Возвращаемся к нашему заводу. И единственное, что нам осталось сделать... вот сюда. Есть, все, хорошо, то есть получается теперь у нас производится полностью, вообще довольно-таки сильно и жестко производятся все вот эти вот синенькие штучки. Не знаю, правда, или они нам сами по себе нужны, мы можем увеличить скорость конвейера. Теперь оно уже классно выглядит. Что нам надо будет дальше? Нижние части, которые и так производятся, и нам нужны будут верхние части, но фиолетовые. А фиолетовые, подождите, фиолетовые части, это ясно, это скорее всего объединитель цветов какой-то будет. Я понял, хорошо. Теперь так, нужна правая часть. Давайте мы для того, чтобы это было максимально быстро, мы с вами сделаем так. Вот так, 4 поставим. Раз, 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 раз. Все красивенько заходит. Все, 4 есть. Правая сторона у нас находится по левой стороне. Как бы это сейчас ужасно не звучало, да, для некоторых. Есть. Правая, 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 правая. И соединяющий братишка, который стоит там. Вы можете, все. Все, правые стороны пошли. Господи, эта вся постройка была только для правых сторон. Это же вы понимаете, что оно будет усложняться. Усложняться. Потом мне придется строить 2 завода ради того, чтобы один такой завод был. Подожди, вот, кстати, звездочки. Мне звездочки были нужны для чего-то. Обычные звездочки для нарезки, вращения и объединения, увеличения скорости. Конечно, нам это надо. У меня есть вопрос. Смотрите, сколько мне надо поставить экстракторов вот в данный момент игры, чтобы конвейер был ровный? Видимо, 4. Я понял. Все, у нас теперь, ребятки, с вами будут идти звездочки. Жалко, что я, кстати, раньше не заметил. Ладно, ребятки, слушайте, нормально мы с вами понаделывали сегодня. Если вам понравилось, вы бы хотели еще больше увидеть, как я тут страдаю и строю эти все заводы. Потому что вроде как бы, вроде пока легко, не знаю. Пока очень интуитивно эти все заводы получаются. Все вроде красивенько идет. Даже более-менее компактно у нас получается это все сделать. Я даже думаю, что вот эту вот фабрику можно удалить. И у нас тогда получится еще один свободный в хабе вместо. Да. Так что все, ребятки, как всегда, всех поднял, заплакал, всех поцеловал и потом вместе поплакали. Всем пока.